Вчера в Нижнем городе Тагиле, в индустриальном его сердце на одноименной улице, шоферская безалаберность подвела его самого под монастырь, под административные санкции и материальные убытки, а его собственную родную дочь под госпитализацию с телесными, хоть и не особо тяжкими, но повреждениями. Местный житель на 50-м году жизни, с 19 годами стажа руления, не шибко-то законопослушный, 10 раз привлекавшийся за нарушение ПДД, в 8 утра с четвертью по улице Индустриальной двигался в сторону Фестивальной, со стороны, соответственно, Циолковского, на автомобиле «Лифан», выделки, опять же, соответственно, китайской. Штаб-квартира фирмы, между прочим, находится в 500 километров к западу от коронавирусной столицы Ухани. Едва миновав изгиб Промзоновской улицы возле строения под номером 1Б, седан продолжил непрямо линейное движение, сорвавшись в занос и на встречной полосе правым пассажирским бортом подставился под удар КамАЗа под матричной кличкой «Нео», под управлением 56-летнего екатеринбуржца, просидевшего за рулем 30 лет и 3 года. Только то, что тягач с фурой ехал аккуратненько, не торопясь, в отличие от легковушки, спасло от большой трагедии. Плоская морда грузовика не вломилась глубоко в салон, а именно там, на пассажирском сидении спереди, находилась восьмиклассница, дочь водителя, пристегнутая ремнем. В результате ее пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. А одной из главных причин ее страданий стала папина экономия на нормальной зимней резине. Сотрудники ГИБДД обратили внимание, что шины «Лифана» не соответствуют нормам эксплуатации в зимний период, и, вне зависимости от результатов расследования, которое официально назовет виновника ДТП, привлекли водителя легковушки к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КУАП. Впрочем, это карается либо штрафом до 500 рублей, либо вообще предупреждением. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «Лифан», подросток, девочка 14 лет, получила травму. На данный момент оказывается помощь. На месте происшествия сотрудниками произведен осмотр транспортных средств. Установлены данные водителей, данные пострадавшие. Произведено освидетельствование водителей трезвы.